Успехи и проблемы малого бизнеса сегодня обсуждали и в общественной приемной «Единой России». Встречу провел региональный уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров. По-прежнему в центре внимания проверки бизнеса, имущественные споры, долги по выполненным контрактам. Мы работаем в области строительства, капитальный ремонт объектов, в том числе социально значимых, садики, школы. Вот. И, к сожалению, заказчики вовремя не исполняют своих обязательств. Тем временем ставка сегодня делается на инвестиции в ярославскую экономику. Задача, которую ставит перед собой власть – вывести регион в десятку по инвест-климату в России. Пока область на 28-м месте. Шаги навстречу бизнесу уже предпринимаются в Ярославле. Речь идет о недавнем снижении вдвое арендной платы за размещение киосков в областном центре. Наконец-то эта проблема начинает сниматься, и те заявления, которые сделал исполняющий обязанности мэра города Слепцов, вот они напряжение сняли, по крайней мере, в этой сфере. Нужны просто адекватные действия властных структур, как местного, так и регионального уровня, которые направлены на то, чтобы, ну, на решение тех проблем, которые есть на территории области, прежде всего. И в этой связи даже не деньги определяющие, а логистика действий власти. Вот я буквально недавно вернулся с Тюменской области, там интересный такой момент. Заходишь в департамент инвестиций, там ни одной закрытой двери нет. Ни одной. Ни у замов, ни у директоров департамента. Это такие условия послал губернатор. Любой предприниматель приходит с любым вопросом, заходит в любой кабинет и дальше его за ручку ведут. Чиновник обязан найти ответ на поставленный вопрос. Там, где хотят ситуацию исправить, они там решение находят.